Так вот, наша жизнь, она связана с тем, чтобы желать и стремиться к тому, чтобы это произошло. Если вы желаете и стремитесь к этому, ура! Не торопитесь это получать. Это и есть жизнь. И жизнь, она связана и с тем, чтобы получать, и чтобы реализовывалось, и чтобы снова хотеть, и влюбляться, и встречаться, и думать, и покупать, и куда-то ездить, и на что-то смотреть, и вдохновляться, и возбуждаться. А потом, когда люди вырастают, они начинают смотреть на кого-то и начинают понимать, что а как же они такие умные, красивые, такие образованные, из хороших семей, остались одни, никому не нужны. Там молодые женщины, молодые мужчины уже с ними не хотят ни жить, ни даже в их сторону смотреть. И заскоки происходят. Какие? Ну и начинается потом, на меня кто-то влияет, родственники или еще. Никто не влияет, влияет возраст. Влияет возраст, влияет ожирение, влияет возраст, влияет невозможно, там плохие зубы, плохой запах изо рта. Это все влияет, это все плохо влияет на жизнь. Почему? Ну так надо, сети было в том возрасте, когда нужно было на молодых, надо было на молодых, а в своем на своих там. И там нужно... Иметь желание — это гораздо важнее, чем достигать желания. Но желание нужно, стремление к нему, и вот эта работа над тем, чтобы это желание проявилось, а это очень важно. Люди думают, что им прямо должны все принести. А как же работа? Вот как я